Продолжаем писать приложение коктейли. И в этом видео давайте напишем код, который будет делать действие при нажатии на любую вот эту букву. Не только на букву A, да, которую мы уже реализовали, но и на любую другую букву. Для этого переходим в файл Activity Main XML и находим код, который относится к первой букве, к букве A. И дописываем атрибут onClick. То есть это метод, который будет вызываться при клике на ней. И назовем мы ее, этот метод, его click letter button. То есть можно перевести нажатие на кнопку буквы. Да? Теперь копируем. И это надо добавить нам для каждой буквы. Букв у нас 26. Поэтому добавляем. Главное не пропустить. Так. А нет, это не то. Это линия. Именно к буквам добавляем. H, I, J, K, L. Так, третья линия. Потом буква M. Да, маржин между буквами, вернее, между кнопками я установил 2 dp. По-моему, в видео, когда я это делал, было 4. Ну, можете установить любое значение, которое вам нравится. Это не так важно. Так. S, T, U, V, W. X. Так, теперь вот этот наш Y. Да, вот эти вот кнопки, которые мы сделали невидимыми, я, может, еще не знаю, придумаю какой-то функционал для них, но пока пусть остаются в таком виде. Так, Z. Так, вот подровняли. Теперь давайте поднимемся на букву A. И вот, нажмем на Click Letter Button, слева появляется желтая лампочка. И видим, тут появляется надпись Create. В общем, создать метод в Main Activity. Создаем, и вот у нас этот метод появился. Так, давайте поднимемся вот сюда и удалим код, который именно отвечал за нажатие на букву А. Полностью его удалим. Так, и вот здесь уже нам надо будет прописывать код для всех кнопок, а не для каждой по отдельности, да, как у нас было написано буква A. Итак, тут мы напишем switch case. Switch. View. Точка getId, getId, и в фигурных скобочках у нас будет, собственно, код. То есть видим метод, он получает view, да, ну view — это кнопка, которая нажимается, а тут в switch case мы будем ее получать. И тут будет такой у нас case двоеточие. Вернее, нет, тут без двоеточия. Если у нас RID будет button A, то есть в случае, если будет нажата кнопка A, то что надо делать? Так, после двоеточия, собственно, код. Давайте напишем сразу break, чтобы не забыть эту команду. При нажатии на A у нас должен запускаться метод open first letter activity, first letter activity, activity. Этого метода у нас еще нет, мы его допишем, и должна передаться сюда буква A. То есть мы будем передавать именно вот эту букву.
Так, тут также горит красная лампочка, потому что метода Open First Letter Activity у нас нет. Давайте создадим этот метод. Ну а вот это можно копировать и вставлять. Так, извиняюсь. Вот так вот. Ctrl-D. И такое надо повторить с каждой кнопкой. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, потом идет у нас O, P, Q, R, S, T. После Т идет U, V, W, X, Y, Z. Так, букву 26 надо проверить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Так, аналогично. Повторяем с буквами. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Так, это мы сделали. Теперь поднимаемся наверх. Вот тут у нас есть button A, мы ее объявили. Так, или она нам не надо. Ладно, пока удалим ее. И теперь вот этот метод надо описать нам, который вызывается при клике на ID. Тут у нас будет intent. Intent равно new intent. Main activity точка this first letter activity точка class. Так, тут start activity intent. Finish. Так, ну у нас этот метод принимает один параметр. Он обозначен как A. Вообще это letter. Так как вы понимали, да? Вы понимаете, когда мы нажимаем кнопку там X, Y, Z, то у нас передается вот сюда вот это значение. То есть мы вместе с запуском нового Activity мы будем и передавать значение вот этой переменной. Также в этот intent добавляем теперь нашу letter, то есть intent. Точка put extra, видим, да, string name, string value. Итак, у нас это будет letter и letter. Так, вот эту точку с запятой. И вот эту letter мы берем в кавычки, потому что это имя будет переменной. А вот это значение. То есть и по вот этому значению мы будем и принимать. Теперь нам надо получить значение этой переменной во втором нашем activity. Переходим в activity first letter, в джавовский файл first letter activity. И давайте вот тут напишем. Так, intent.
intent равно get intent. Мы его получаем. Теперь у нас тут будет переменная string. Мы ее тоже назовем letter. Letter, которая будет равняться. Будет равняться intent. Точка get, get string extra по ключу, какому мы будем получать по ключу вот этому letter. Есть. И теперь смотрите, у нас есть значение вот этой переменной letter. И вот здесь мы вот эту букву A сконкатенируем на значение, которое получим. Угу. Вот эту переменную надо объявить. Значит, вот здесь. Естественно. Так, и у нас ошибка, да, пропала. Так, давайте запустим. Попробуем. Как у нас будет все это отрабатывать. Надеюсь, я нигде ошибки не допустил. То есть, поняли, да, вот тут у нас была буква А забита хардкорно. Теперь же мы будем букву получать в зависимости от того, какую мы нажмем кнопку. Давайте жмем A. Отрабатывает. Так, кнопку назад мы еще код не написали. Давайте нажмем на букву C. И видим, да, у нас... Теперь напитки на букву C. Так, давайте какую попробуем на Z. Zoro. Отлично, все работает. Какую? Давайте на букву D проверим. Тоже полно напитков на букву D. Итак. Все у нас приложение отлично работает. В следующем видео, наверное, реализуем нажатие кнопки назад, то есть возврат на Main Activity. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.